Здравствуйте, коллеги. Изучая новый гемотический препарат, я всегда сравниваю книгу, ну, репертуарий, в данном случае Complete Dynamis, с прувингом препарата, который изучаю, так как часто разработчики не включают все рубрики, которые есть в прувинге, гемотический препарат. Когда вы изучаете прувинг, у вас формируется некое понимание важности многих рубрик. В данном случае Ilex Aquifolium Holy Berry. Посмотрите, есть огромное количество рубрик Mind. Ну, действительно много рубрик Mind. О важности препарата я говорил в своем телеграм-канале. Препарат, на мой взгляд, очень важен для жертв войны, насилия, всевозможных травм. Когда вы смотрите в книгу, в репертории, оп, у вас практически нету рубрик. Нету рубрик Mind. То есть, где здесь жертва, где здесь ухудшение от гнева, от насилия, от подавления и так далее. Ничего нет. Поэтому я не ленюсь и в буквальном смысле слова ручками вбиваю необходимую информацию. Смотрите, я покажу, как это делается. Давайте с самого начала. Открывается первая рубрика Absent Mind. Тоже, кстати, в телеграм-канале обсуждал эту рубрику. Absent Mind. Где она? Нету. Пишите. Absent. Вот она. Absent Mindness. Разумеется, здесь ее нету. Что я делаю? Правой кнопкой редактировать, добавить препарат. И пишу ручками Ilex. Вот у нас появился. Нажимаю ОК. И проверяю. Вот он появился здесь. Можно, в принципе, через редактирование добавить примечание о лекарстве, но смысла нет, потому что Proving Mission Orlando тут и так понятно, да? Смотрим дальше. Вот есть, например, важная рубрика «Заболевания от грустных эмоций», «Заболевания от эмоций в принципе». Давайте посмотрим, есть ли она в книге. Вот у вас есть «Заболевания от эмоций», «Заболевания от подавленного гнева». Нас интересует вот эмоциональные последствия, мучения, страдания. Посмотрим, есть ли у нас здесь Ilex. Нету. Соответственно, то же самое. Наводите на рубрику правой кнопкой. Редактировать. Добавить препарат. Пишите. Вот он у вас есть. Соответственно, попадает в общие рубрики. Общая рубрика тоска. Общая рубрика заболевания. Там от тоски, от sad, тоски, грусти. Да, в принципе, да. Копировать в общие рубрики также. И добавляете. Коллеги, смотрите дальше. Ну, здесь действительно огромное количество, видите, тревожность, опасность, множество делюзий, которые вообще почему-то не присутствуют в книге. Я имею в виду в репертории Complete Dynamis, и это совершенно удивительно, непонятно, чтобы вы поняли, насколько все грустно и насколько все нужно дорабатывать. Ну, есть пара делюзий. Общая делюзия, да, и вторая бороться должен. Сколько у нас здесь рубрик на делюзии, то есть нескончаемое количество. Не хочет, чтобы вы прикасались, отстранен, оторван, страхи, что его будут атаковать, страх смерти, страх проблем, чувство покинутости, горе, ненависть, ревность. Огромное количество рубрик, коллеги, это просто... Мы очень многое упускаем, когда не проверяем то, что есть в репертуаре, и ленимся и не добавляем. Нужно добавлять. Хотите успешную практику? Вкладывайтесь, добавляйте вручную. Всем здоровья, берегите себя.